Здравствуйте, с вами магазин Автозвук UA. Сегодня мы рассмотрим штатную автомобильную магнитолу от компании EasyGo для автомобилей Volkswagen. Модель EasyGo A171 Volkswagen Universal V3. Поставляется в фирменной упаковке данная магнитола. Внутри у нас находится подробная инструкция по эксплуатации. Магнитола на андроиде. Давайте. Здесь находится магнитола сама, провода подключения, гарантийный талон. Провода под штатное подключение имеются. Также есть коншина. Разъемы для подключения дополнительные, выносная GPS-антенна, разъем для подключения FM-антенны штатной, провода для подключения сабвуфера, камеры, то есть тюльпаны имеются, и два удлинителя USB тыльных. Ну и сама мультимедиа. Мультимедиа с экраном на 9 дюймов, сенсорные кнопки управления есть. Глянцевая рамка, встроенный микрофон, имеется кнопка Reset, выведена также спереди. Сзади вот такой вот имеет вид. Магнитола небольшая по глубине, ввиду отсутствия CD-привода. Задняя часть металлическая, в виде радиатора, служит охлаждением. Разъемы для подключения имеются, а также разъемы для антенн. Все это присутствует. Магнитолу мы сейчас подключим на 12 вольт и пройдемся по ее функционалу. Подключили магнитолу на питание. В данной магнитоле используется операционная система Android 10. Четырехъядерный процессор с тактовой частотой 1,2 ГГц. Встроенная память 2 ГБ DDR3 и память встроенная 16 ГБ, оперативная 2 ГБ. Разрешение экрана 1024 на 600 точек. В принципе, это абсолютно полноценное Android-устройство, не урезанное, максимально удобное в эксплуатации. То есть, грубо говоря, у вас Android-планшет встроен в автомобиль. Можно устанавливать любые приложения с помощью Play Store. Настройки абсолютно все стандартные, как у обычного Android-устройства. То есть все настраивается, подключается, точно так же Wi-Fi сети, все приложения, плееры любые для проигрывания любых форматов, как аудио, так и видео. Встроенный Bluetooth имеется. Bluetooth может работать как громкая связь, так и считывание музыки непосредственно через Bluetooth. Навигацию можно установить на любой вкус, любую. Точно так же и эквалайзер можно установить с любого приложения и максимально комфортно настраивать под себя все звуковые настройки. При покупке на данное устройство обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость. Вы сможете узнать его на нашем официальном сайте автозвук.ua.